Всем за спорт! Мы находимся в доме болельщиков команды России в Минске. Рядом со мной Андрей Бухлицкий, мне кажется, самый популярный футболист-пляжник в нашей стране, лучший голкипер мира. И вот подтверждение, это его золотая перчатка. Но сегодня для вас будет еще одно испытание, так как мы находимся в Республике Беларусь, а это все-таки страна драников. Я знаю, что вы расположены готовить дома. Поэтому для Андрея мы придумали... Пускай это будет стажировка, потому что, я так понимаю, там будет шеф-повар, который будет тщательно за мной приглядывать, а я такой самобытный повар-любитель. Но когда мы объявили, что Андрей Бухлицкий готов поделиться своим каким-то фирменным рецептом драников, такое количество людей захотели на это посмотреть, что мы решили это делать на сцене. Предлагаю туда отправиться, и вы поделитесь рецептом. И, надеюсь, будет вкусно. Должны быть уверены, все будет хорошо. Ну что, давайте начнем. Андрей, вообще первый раз готовите драники или как? Мои любимые блюда. Вы ведь являетесь победителем первых европейских игр. Здесь вы в качестве тренера наших вратарей. Расскажите, поделитесь впечатлением, каково это сидеть и не принимать участие в матче? Безумно сложно и страшно. Мне тяжело. Когда ничего сделать не можешь, уже, да, и наблюдать за этим, это гиперсложно. Готовить надо с хорошим настроением, и сегодня тяжело это было сделать, потому что мы проиграли, правда, неприятно. Но поменялось все. Благодаря повару и вообще общению, то, что сюда приехал. Быстро создалось настроение, и поэтому все, и солнце вышло. Перечислите рецепт. Картофель, соль, мука, 2 яйца и хорошее настроение, правильно, конечно. Вот он нюанс самый главный. И солнце вышло. Все, зацепляется одно за другое. Главные победы впереди. Мы желаем вам успехов, побед. Только матчи, которые поднимают вам настроение, чтобы вы приходили домой и вкусно готовили. Спасибо большое.